Доброе утро. Термометр показывает плюс 13. Но по ощущениям, я не знаю, как будто бы теплее. Я только что прогулялся от дома к дому, поэтому это отталкиваюсь уже от той предыдущей прогулки без камеры. Легенький ветерок, может быть, может он легенький, поэтому и теплее. Не знаю. Вчера не ходил по улице Колораж. Ну, во всяком случае, утром. И теперь кажется, как будто давно меня здесь не было. Давно не снимал. Ну, прогуляемся. Чуточку к морю. Завтра утреннего обзора уже не ждите. Не, ну, может быть, он будет, но не в том исполнении. Без моря. Люди уже ходят. Мало, конечно, но ходят. С колясочками он гуляет. Девушка с ребенком. С двумя. Один в коляске. Пытается пробиться солнышко. В общем, не скажу, что лето. Сегодня не, пока, во всяком случае, нет ощущения того, что лето к нам вернулось. Но достаточно тепло и комфортно. Платные парковки пока не работают. Пока только знаки работают. К лету ведут, не переживайте. Вон. Какие-то павильончики еще работают. Теплая одежда, да, может пригодиться. Кто-нибудь приехал. Думал, что приехал на юг. В ожидании лета, а тут бац. И 13 градусов. Как я говорю, теплая зима. Ну, что-то между теплой и средней. По нашим меркам, точнее, не по нашим меркам, а по моей классификации. Море даже издалека видно, что тихое и спокойное. Штиль полнейший. Не удивлюсь, если Владимир сегодня опять пойдет на сапах куда-нибудь на прогулочку. Да, спокойное, спокойное. Блестит. Периодически задают вопрос о температуре воды, хотя вот буквально на днях опять же с Владимиром замеряли температуру морской воды. Я озвучивал ее, плюс 21 градус. Посматривайте иногда ролики. Там все прописано, все рассказано, все показано, замер произведен. Сейчас я вам не скажу температуру морской воды. Ну, предполагаю, что она где-то в тех же пределах и осталась. Достаточно чистая водичка. Нет, здесь у берега прям песочек такой вот. А вот если дальше чуть-чуть взглянуть, то там нормально. Там она достаточно чистая. Солнышко пробилось, но людей все-таки на пляже все меньше, меньше и меньше. Обратили внимание? Все меньше и меньше. Даже сейчас, вот просматривая вплоть до пляжа, нифига себе, какой глазастый Прометей. 6. Так, сейчас, подождите. 5, 6, 7. 7 человек с одной стороны. И никого с другой не вижу. А, нет, он на причале. 8, 9 человек всего лишь на пляже. Обалдеть. Вот такое вот утро в Лазаревском. Всем доброе утро, всем пока. Сейчас, наверное, шорт сниму по-быстрому, а потом уже для другого канала чего-нибудь коротенько. Всем пока. Мне тепло, сейчас солнышко припекает, очень даже нормально.